Символом современного уровня жизни Гитлер считал автомобиль. Но машина оставалась абсолютной роскошью для немцев. К тому же бензин продавался вдвое дороже его реальной стоимости. Такова была сознательная государственная политика. Цена на импортный бензин должна была превышать высокую стоимость производимого внутри страны синтетического топлива. На мировых рынках нефть продавалась очень дешево. Но нацисты понимали, что в случае войны Германия может остаться без топлива. Поэтому развивалась программа производства очень дорогого синтетического бензина.